В деревне Калиновка с прошлого года работает клуб «Активное долголетие», созданный при досуговом центре «Юность». С октября здесь проводят занятия по скандинавской ходьбе. Они образовались совершенно спонтанно, самостоятельно, то есть начали ходить, и впоследствии мы все это образовали в кружок. Нам досуговый центр «Юность» предоставил форму, и теперь в понедельник, в среду, в пятницу наши жители активные ходят по деревне 1,5–2 километра. На данный момент в группе 10 человек, в том числе 3 семейные пары, но количество участников постоянно растет. Руководит кружком инструктор по скандинавской ходьбе и по совместительству староста деревни Ольга Николаевна Гажеева. По времени раньше 30–40 минут, сейчас уже больше 1–1.5 часа. Ну, по самочувствию и по, естественно, по погоде. Самые подготовленные за одно занятие проходят около 5 километров, но каждый может выбрать свой уровень нагрузки. Помимо собственной ходьбы, пенсионеры занимаются на расположенной неподалеку от центра спортивной площадке. Занятия на свежем воздухе дают положительные результаты, уверяют пенсионеры. Снижается вес, улучшается самочувствие и настроение. Вообще очень даже хорошо. И для здоровья, и для бодрости духа. И вообще очень прекрасно. Не чувствуем себя одинокими. Мы тут вместе в коллективе. Мышцы отпускаются, уже не такие они, как бы, вот, скованные. Ну, движение – это же жизнь. Ой, замечательно это просто. Воздух, солнце. В общем, все хорошо. Здоровье, общение. Участники программы «Активное долголетие» с пользой проводят и свой досуг. Ездят на экскурсии, ходят на концерты, участвуют в музыкально-тематических вечерах и праздничных программах клуба. Словом, скучать им некогда. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Видное ТВ.